Настроение бодрое, идем на УЗИ. Работаю. Вы откуда? О своих домашних проблемах. НТВ? АТВ я слышала, я видела. Не знаю, что сказать. К маме покушать, серьезно. Я тороплюсь, простите. Да ничего вроде. Дел много, некогда. О том, чтобы мне нужно квартиру продать. С удовольствием, но я ничего не слышу. И не знаю, о чем вы спрашиваете, но... О спорте. О всем хорошем. Ну, бодибилдинг, и стремимся к пауэрлифтингу. Ну, наверное, у меня больше новогоднее такое настроение, и как-то задумываюсь об этом. А, ну, вот на лугу надо зайти выписку забрать сейчас. У нас прекрасно. Что, нормально? Погодка, ну, тебе нравится? Своим родителям передаю привет, Айлане. Своей жене привет передаю. Ну, вот погода что-то немножко не радует. Погода радует, снег идет. Улыбаемся, смотрим в зеркало, желаем всей себе здоровья. И все. Эффективная и реальная забота о здоровье. Центр эндокринологии «Астра». Квалифицированное ведение пациентов с эндокринной патологией. Биопсия и УЗИ щитовидной железы с цитологическим исследованием. Удаление новообразований аппаратом «Сургитрон». Профессиональные косметологические процедуры. Собственная лаборатория, дневной стационар, массаж и физиопроцедуры. Консультативный прием ведущих специалистов республики. Центр эндокринологии «Астра».